15 июля. Вот результат опыления моего винограда. Я уже тут поработал, ну не ножничками, скажем, пальчиками. Вручную все это поздирал. Гороха было много, но вот такие вот гроздячки. Вот красавцы. Самый прикол, что вот такая вот лозища крайняя. Ставил две на побег. Тянет хорошо. Правда, прищипнул верхушку, но она была загнута, уж поверьте. И здесь, не помню почему, предпоследнее тоже оставил две. Возможно, был сильный горох, не помню. Но. О, коронка загнута. Тянет хорошо. Значит, ну оставлю. Так и просится. Ну. Как я могу ему в этом отказать? Это Аркадия, кстати. Рядом кадрянка. Вот кадрянка. Красавица. Просто красавица. Где-то меньше, где-то больше, но она меня радует. Первый год нормального плодоношения. В том году сигналочка была совсем маленькая, 5 штучек, ну вот таких вот. Таких вот было. В этом году, конечно, приятно. Это очень хорошо. Аркадия просто меня восхищает. Так, ну я, кстати, айдиум заметил немножко. Где-то начинается. 3 недели назад опырскивал. Вот завтра начну опять опырскивать. Чтобы не приходить. На ягодках именно. Именно на ягодках было немножечко. Чуть-чуть. Но все хорошо. Все очень хорошо. В общем, намутил я такую арку. Видно, не видно. Так, сеточка вытянула от ожога. Очень страдает от ожога солнечного. Лучше с этой стороны. Вот такая арка. Так вот пойдет наверх. Будет листвы побольше, будет чем кормить ягоду. Вот такая красотень. Так, Алешенькин. Вот Алешенькин. Гороха тоже было много, но вроде неплохо. Очень даже неплохо. Горох повыщипывал. Ну, по мелочи осталось кое-что. Немножко можно еще дощипать будет. Вот тоже. В общем, это все у меня 4-летки. Все. Вот. Сейчас еду на отдых, через 2,5 недели появлюсь. Я думаю, тут результат будет совершенно другой. Так, это тукай. Тукай вообще прикольный. Какой-то с перетяжками, как помидорина. О, кто-то хорошо опылился. Остальные, конечно, сдыхлики непонятные. Ну, простительно ему пока. Потому что молодой, неопытный. Луча. Вот это луча, это я понимаю. Пока я буду на курорте, родственники ее будут поглощать. Вот, этот созрел, можно уже употреблять.
Ну или как ее, диплоидные сливы называют. Так, преображение. Вот преображение. Пожалуйста. Четвертый год. Раз, два, три гроздочки. Ну ничего, тоже простительно. Есть за что бороться. Сосед в мою пользу сделал от северных ветров изгородь. Ему хорошо, и мне хорошо. Так. Это Зилга. Зилга очень быстро набирает обороты. О! На 15 июля. Вполне неплохая ягода. Очень даже неплохо. Очень. Так. Кишмиш 342. Вот. Вот это. Вот это гроздяк. Валяй. А нет, это две гроздяки. Что-то они запутались. А. Не, нормально. Вишенка. Красавица. Альфа, мать ее за ногу. Ну, живучая. Прививка что-то не тянет нифига. Что-то не получилось. Так, ну и элегант. Плохо опылился. Женский цветок. Вручную доопылял. Ну, дохленький. Но лучше, чем ничего. Ну вот, примерно такая обстановка. О, груши. Первый год заплодоносили неплохо. А то через пень колоды все болели. Пока не начал опрыскивать тем же, чем и виноград опрыскиваю. Так, плоховато видно. Блин, не знаю. Вот здесь хорошо видно.